В эти дни в Тюмени проходит финальный турнир по мини-футболу «Зона Западная Сибирь», в котором 8 команд юношей 2000-2001 годов рождения борются за две путевки на всероссийский финал. Сегодня в обед ноябрьская «Газпромнефть» одержала в своей подгруппе третью подряд победу и вышла в финал четырех с тремя золотыми очками. Теперь для попадания на всероссийский финал нашим мальчишкам достаточно выиграть одну из двух.